Всем добрый день еще раз. Благословенное имя Господа нашего Иисуса Христа. Всем добрый день. И пусть Бог благословит вас сегодня. И я по-прежнему верю, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И Он Бог благой, и Он сегодня посреди нас. Также еще раз мое приветствие всем, кто сейчас в скайпе. Добро пожаловать тем, кто также впервые подключился. Пусть Бог благословит вас. Всем еще раз мое приветствие и добрый день. Обратимся сразу к Писанию. Перед этим попросим, чтобы Господь Бог нас благословил. Хотя мы верим, что Он уже благословил нас в этом. Спасибо Тебе, дорогой Небесный Отец, за все Твои благие даяния. Я прошу, Господь Бог, чтобы Ты благословил нас перед прочтением Твоего Слова. Я прошу, чтобы Твой великий Дух Святой, Господь, говорил бы сегодня. И, Господь, я хочу, чтобы Ты сегодня использовал меня для Твоего народа в простоте Твоего Духа донести слова вечной жизни, Господь. Многое из сказанного Тобою мы уже знаем и давно научены, Господь, этому. Но, Господь, мы часто нуждаемся в том, чтобы Ты нам напоминал, и еще более глубже и глубже, чтобы Твое Слово просто заякорилось в наших сердцах. Мы просим во имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу. Что ж, сегодня мы продвинемся дальше. Вы уже знаете, о чем будет тема. Мы продолжим говорить по первому посланию к Коринфянам. Но вот что-то мое сердце никак не отходит от этого послания на другую тему. Поэтому продолжим двигаться в этом направлении. И сегодня, я думаю, как раз в канун праздников Пасхи, вот еврейская была Пасха, вот православная, теперь снова Пасха. Вот. И как раз 8 глава, она, думаю, очень хорошо подходит к этим праздникам. И хочу, чтобы в этом направлении мы могли выдвинуться. Апостол Павел говорит такие замечательные слова в этой 8 главе, начиная с 1 стиха, касательно идоложертвенных яствах. Ну, то есть о пище, которая приносилась идолам в жертву. Вы знаете, что в древние времена люди приносили идолам жертвы. Ну, сегодня некоторые христиане, ну, традиционные, тоже приносят жертву. Если я не ошибаюсь, в армянской, по-моему, православной церкви до сих пор в некоторых случаях используются жертвы. И апостол Павел пишет Коринфской церкви, и, как это ни странно, но там находились некоторые, представьте себе, в первоапостольских церквях, в частности, это был Коринф, которые, ну так, неплохо так и ходили к идоложертвенному, то есть вкушали. Об идоложертвенных яствах, то есть еде, посвященной идолу, мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Мне очень нравится этот первый стих. Павел сразу, он говорит, что у всех нас есть знание относительно этих вещей. Но он подчеркивает, что знание надмевает. Но, на мой взгляд, надмевают знания, которые не Божьи. Потому что именно Божьи знания, они не надмевают. Они, наоборот, дают человеку, имеющему знание от Бога, быть более смиренным человеком. Но мы можем увидеть Иисуса, который является для нас в этом примере, примером. У Него были огромнейшие знания по сравнению, ну, со всей Его церковью, да, можно так сказать. Но эти знания, которые были в Нем от Бога, и в Нем были Божьи знания, не надмевали Его. А вот других людей, которые обучались с различных сторон, знания надмевали. Кто думает, что он что-нибудь знает, тот ничего еще не знает, так как должно знать. В одном из мест Писания Павел также говорил, что все мы видим как бы гадательно сквозь тусклое стекло. Но я верю всем сердцем, что церковь сегодня возрастет до такого духовного уровня, что она не будет видеть как бы сквозь тусклое стекло. Но мы живем, я верю, в такое время,
когда церковь увидит Иисуса лицом к лицу. Не через тусклое стекло, как бы гадательно, но увидит лицом к лицу через явное стекло, через чистое стекло. Потому что за времена всех, так сказать, времен, да, вот всех поколений от Рождества Христова, мы видим, что в той или иной степени истины Божьи были, ну, так сказать, искажены, да, там, в чем-то извращены, в чем-то заменены на какие-то теории, предания. Особенно в это вложила свою часть и лепту католическая и православная церковь. Ну и протестанты не меньше наволокли своих преданий, если уж так говорить по-честному, то это факт, это правда. И мы видим, что все эти предания, все эти вещи, которые входили тогда, они как бы сделали, ну, грубо говоря, так, Писание, как стекло. Оно ж Писание, ж оно прозрачное, чистое, да? То есть Евангелие Иисуса, оно чистое, прозрачное. Как стекло, можно так сказать. Но всевозможные традиции, закваски запачкали это стекло. И поэтому верующие иногда смотрят на Иисуса через запачканное стекло. То есть Евангелие запачкали учение, и верующие пытаются разглядеть Иисуса через грязное окно. Верно? Да. Гадательно. Вот они смотрят через грязное окно, вот, к примеру, выглянуть на улицу, да, вот, с той стороны у меня видно улицу. Если бы окно было грязное, тут нужно сдалека вообще не увидишь, нужно было подойти, там, приглядываться, там, на прохожих, на машины и так далее. Но если стекло чистое, я и отсюда вижу, что у меня происходит за стеклом. Оно чистое. Поэтому сегодня нам не нужно, я еще раз говорю, мы подходим к такому времени, когда нам не нужно сегодня гадательно, как бы сквозь тусклое или грязное стекло, рассматривать Иисуса Христа. Дух Святой настолько действует в своих сыновьях и дочерях, что Он это стекло, я имею в виду Евангелие, просто-напросто очищает от всевозможных заквасок, традиций, постановлений и заповедей людей. Ведь люди столько заповедей придумали поверх Евангелия, представьте. Кроме Евангелия еще столько заповедей существует в протестантизме, что голова просто кругом пойдет. А ведь Евангелие, оно настолько просто, их всего четыре. А они не противоречат друг другу. Четыре Евангелия описывают одну и ту же ситуацию. В некоторых случаях немного под разным углом. Апостолы Иисуса Христа дают обычные простые наставления, удерживая церковь Иисуса Христа в направлении Евангелия Иисуса Христа. И казалось бы, все слишком просто и ничего запутанного. Но когда входят традиции, они делают запутанными Евангелия так, что люди просто не понимают. Они не могут сопоставить Матфея 28 и Деяния 2:38. Иисус говорит: крестите во имя Отца и Сына и Духа Святого. Петр в день Пятидесятницы со властью, ключами Божьего Царства дает повеление всем покаяться и креститься во имя Иисуса Христа. Как же тут насчет слов Иисуса? Ну, некоторые говорят, а кого больше слушать, Иисуса или Петра? Они говорят, нам все равно, что Петр сказал. Если Иисус сказал во имя Отца и Сына Духа, значит, мы будем крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого. И говорят, нам не важно, что там апостолы дальше проповедовали. Ну, люди не понимают, почему это апостолы, ну, никогда и никого не крестили во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ну, не существует это ни в одном из его наставлений. Но по всей книге Деяний, по всем посланиям апостолов, везде апостолы ходят и крестят во имя Господа Иисуса Христа. И люди настолько, традиции настолько взошли, что люди запутались. Хотя истина, она очень проста, потому что апостолы по откровению знали это имя Отца и Сына и Духа Святого. Его имя Иисус Христос. И они крестили в это имя. Они крестили людей во Христа. Мы погружаемся во Христа, умираем, чтобы воскресать в новой жизни. Аминь. Это все просто получается тогда, когда все вот эти замытости на этом окне, на этом чистом стекле Евангелия просто Духом Святым отмываются все традиции, тогда ты начинаешь Иисуса, Его откровение, видеть намного четче, намного яснее ты начинаешь видеть Господа. Кто думает, что он знает, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но обратите внимание, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Аминь. Я хотел бы сказать более точнее. Откровение.
Не просто знание Евангелия дано тебе от Бога. Не просто знание Ветхого Завета, порядков и закона Моисеева дано тебе как знание от Бога. Сегодня тысячи богословов, бакалавров, магистров, теологов, они прекраснейшим образом знают Библию и историю. То есть это люди, которые всю свою жизнь посвящают на то, чтобы изучать исторические моменты христианской церкви, исторические моменты закона. То есть они изучают все эти вещи очень глубоко и скрупулезно, но это не те знания, о которых пишет апостол Павел. Если взять апостола Павла, то, на мой взгляд, по вопросу знаний, апостол Павел был выше любого магистра, бакалавра и всех остальных теологов. Ну, потому что Павел воспитывался в законе всю жизнь. Он учился у великого учителя Гамалиила. Но Павел говорит, все вот эти свои знания, верно? Он говорит, я посчитал за ничто. Все знания. И то, что было для меня преимуществом, все я это оставил как ничто. Но теперь, он говорит, я стремлюсь к высшему званию в Иисусе Христе. То есть Павлу нужно было оставить закон. Как бы многим верующим это не нравилось, как бы они против этого не брыкались и не сопротивлялись, и не пытались бы сделать так, чтобы современная, ну или вообще, я имею в виду, не то что современная, а вообще Церковь Божья жила по двум заветам одновременно, у них этого не получится. Потому что Дух Святой везде, по всем церквям учит и наставляет, что Церковь заключена в завете с Богом через Иисуса Христа, через Его Новый Завет, в котором иные условия и требования. Об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Обратите внимание, кроме единого Бога не существует богов, и все идолы этого мира абсолютно ничто. Хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, есть и много есть господ. Но у нас, Павел обращается к верующим, один Бог Отец. Аминь. У нас всего один Бог Отец, из которого все. Аминь. Или все. Ну, возьмем все, потому что слово все включает в себя все. Если все, значит и все. Аминь. Просто буква ее в синодальном переводе не стоит. Кстати, если рассматривать, извиняюсь, что отклоняюсь, пока пришел на память, если рассматривать вечерю Господню, то когда Иисус взял вино, то Он там говорит, пейте из этой чаши все. Но, друзья мои, в Писании, в этом переводе, буква «ё» не пишется. Не знаю, почему переводчики не обозначили. Но если мы возьмем за основу, пейте из чаши все или все, то тут смысл будет уже намного глубже, чем просто сказать «пейте из этой чаши все». Ну, понятно, пейте из этой чаши все. Но если мы рассматриваем в контексте не все, хотя все должны пить в церкви, но более глубокий смысл будет «пейте из этой чаши все». А вино представляет завет, учение. Вино представляет жизнь. Вино представляет откровение. И в жизни, которую мы получаем от Иисуса Христа, есть действительно все. Потому что вино – это символ Его жизни, да, Его крови. А Его жизнь была преисполнена не только знамений, чудес, благословений, но и испытаний. Иисус также из чаши, которую Он принял в Гефсиманском саду, должен был выпить все. Это чаша, которая была Ему дана Отцом. И если мы рассмотрим в контексте «пейте из этой чаши все», аминь, все, то есть, друзья мои, это говорит о том, что мы должны в нашей жизни выпить все, пройти все, аллилуйя. То есть, я не говорю же о смирении там перед дьяволом, не бороться, но я имею в виду от жизни Иисуса Христа взять все. И настоящая христианская жизнь, она полна не только благословений всего благого, но она полна и испытаний, в которых наш Господь Иисус Христос продолжает пребывать вместе с нами. Аминь. Я думаю, это вам очень интересная мысль, которую Дух Святой вам может еще глубже развить. Так что из чаши нужно пить. Все. Пейте все из нее и пейте все из нее. Аллилуйя. Я так думаю, намного замечательней будет. У нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им.
То есть все, в другом из посланий говорится, что все через Него. Через Иисуса Христа начало быть. Все для Него. Обратите на отождествление Бога и Христа. Если здесь говорится, что у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Обратите внимание, здесь Павел подчеркивает на полную тождественность Иисуса Христа и Отца. Потому что Отец был во Христе, когда Христос был на земле. И в небесах происходит то же самое. Отец, Он пребывает во Христе. Аллилуйя! Он находится во Христе. Поэтому я уже говорил неоднократно, точно так же, как Иисус сказал на земле одному из своих учеников, видевший меня, видит Отца. То же самое, когда вы попадете в небесное царство, если вы спросите у Иисуса, к примеру, Иисус, я уже 2 недели как в небесном царстве, ну покажи, вот покажи мне Отца, Господи, ну, к примеру, да? То я уверен, что он тебе ответил точно так же, что и этому молодому человеку. Он бы тебе сказал: Женя, Вася, Петя, Наташа, Марина, да столько времени я с вами, как же ты меня не видишь? Видевши меня, видит Отца, потому что я и Отец одно. Аминь. Это говорит о полном отождествлении Иисуса Христа с Богом. Аллилуйя. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне, до сегодняшнего дня, с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное. Представьте, Павел пишет, что в Коринфской церкви, ну или вообще в христианской среде, Павел приводит сравнение, пребывали те люди, которые до сегодняшнего дня, будучи в христианстве, признают идолов. То есть они и Христу служат, но и традицию не оставляют своих предков. А почему? Так потому что они хотят быть гонимыми за Христа. Потому что в любом народе, в любой традиции любого народа принять Иисуса Христа означает стать изгоем. Реально. Реально. Потому что учение Иисуса Христа, оно выводит людей из всех человеческих земных традиций. Почему ненавидели учеников и самого Христа? Потому что ученики нарушали традиции иудеев. Почему во всех остальных религиях не принимают Иисуса Христа в основном? Да потому что там традиции. И здесь Павел говорит, некоторые, они с совестью до сих пор едят то, что жертвуют идолам. Они едят это. И я думал, почему же они это едят, вкушают? Почему они, войдя, так сказать, в христианство, не отказываются от своих идолов? Так потому что они хотят страдать. Просто, это ж сразу начнут говорить, ты предал веру отцов, ты предал веру предков, наши отцы православные, наши отцы католические, или там наши баптистские, пятидесятнические отцы, адвентистские отцы. Друзья мои, ведь все то же самое, друзья мои. Когда я уверовал в Иисуса Христа, мне знакомые там и все остальные, которые православного склада ума, говорили, ну как так ты предал веру православную, там куда-то там ударился в секту. Я говорю, да я вообще никакой не сектант, говорю, я в Евангелие верую. Но сегодня то же самое. Тебе скажут, ты предал адвентистскую веру, ты предал веру наших отцов-баптистов, ты предал веру свидетелей Иеговы. Ну, то есть только начни верить, так сказать, вне рамок деноминации. Все, ты становишься чужим человеком, да? То есть как мы стали верить Евангелию вне рамок учения Вильяма Бранхама, все, мы стали чужими людьми. А казалось бы, мы проповедуем Евангелие, мы его учим. Но мы чужие, потому что учим не в рамках данной организации или данного культа, или данной деноминации. Сегодня, на мой взгляд, все желающие жить просто в Иисусе Христе и просто быть сыновьями Божьими, реально, друзья мои, будут гонимы. Это факт. Это происходит повсеместно. Но сегодня я могу сказать с радостью, что я сегодня благодарю Иисуса Христа, что я, слава тебе, Господи, вообще не принадлежу никому и ничему. Что сегодня мне не нужно говорить, как раньше, и меня спрашивали, брат Женя, а в каком ты движении? И знаешь, вроде всегда чувствуешь, да я христианин, никаких движений, я верующий. Ну, а вы знаете, там, вот у нас есть пророк Уильям Бранхам, вот он принес послание, и все, и пошло. Сегодня с легкостью говорю, слава Богу, я просто христианин.
Аминь. Аминь. Я просто христианин. Я не отвечаю ни за чьи учения и постановления. Ни за Бранхама, ни за Елену Уайт, ни за каких-нибудь там мормонских Джозефов Смитов или за великого ихнего раба у свидетелей Иеговы. Нет, друзья, я свободен во Иисусе Христе и могу читать Евангелие и получать просто откровение от Господа и делиться в простоте сердца с Его народом. Аминь. Что ж, идем дальше. Но некоторые признают идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощная, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу. Обратите внимание, это особенно адвентистов касается, которые не ешь мясо, куриные яйца есть нельзя, там кофе пить нельзя, то нельзя. В общем, много чего нельзя и так далее. Люди выдумывают для себя, но Павел говорит, что пища нас к Богу не приближает. Едим мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Иисус еще сказал, что Царство Божье, оно не в пище и не в питье. Он сказал это людям, находящимся под законом. Божье Царство это не питье и пища, но мир и радость в Духе Святом. Аллилуйя. Я благодарен Ему за эту свободу. Берегитесь, однако, чтобы это, далее предупреждение, свобода ваша не послужила соблазном для немощных. То есть апостол Павел показывает здесь, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, ну, знание об идоложертвенном, да, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть от идоложертвенного? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть ихнюю, вы согрешаете против Христа. И поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Сегодня, так сказать, Пасха православная, да? Люди красят яйца, пекут куличи и все такое. И у верующих встает вопрос, а можно ли это есть? Вот они уже лет 20 верующие, но каждый год на Пасху у них один и тот же вопрос. Ну вот они уже по 20 лет в христианстве, но у них один и тот же вопрос. Можно ли кушать крашеные яйца? А можно ли, брат Женя, кушать куличи? Не, если вы голодные, если вы хотите съесть крашеное яйцо, вообще не вижу проблемы. Если вы голодны, у вас нет хлеба, съешьте кулич. Идол в мире ничто. Но я не советую и не рекомендую христианам печь куличи, красить яйца и выдавая это как бы за Пасху Иисуса Христа. Это ничего общего не имеет с Пасхой Иисуса Христа. Это древний языческий этот самый культ, традиция, когда поклонялись Богу плодородия. Мы уже об этом говорили, что куличи, эти крашеные яйца, это просто символ мужского детородного органа. Вот и все, ни больше и ни меньше. Но откуда это все перекочевало в христианство? Насколько я слышал такую версию, какая-то там святая или не святая женщина, не помню, кто она такая и как ее зовут, какому-то из царей подарила крашеное яйцо. И вот это как символ перекочевало в христианство. Так, ребята, конечно, эта язычница верила в крашеные яйца, подарила там какое-то крашеное яйцо, другие говорят, оно у нее в руках там покраснело, и это типа символ крови Иисуса Христа. Ну, в общем, чего только не выдумывают, да? Но это был языческий в корне праздник, но его притащили в христианство. Почему? Потому что не хотели людям резко. Вы знаете, как христианство пришло, да, в Россию? Его насадили насильно мечом и так далее, загнали всех в речку, идолов отняли и сказали, вот теперь поклоняйтесь святым. Павлу поклоняйтесь, Петру. Раньше вы предкам поклонялись, а вот теперь поклоняйтесь Петру и Павлу. То есть подменили, но от переменной. Мест слагаемых сумма не меняется. Зевсов и всех остальных богов, так сказать, предков заменили на Павла, Петра, там еще там, на Марию, на всех остальных. Но как было идолопоклонство, так идолопоклонство и осталось в своей сущности. Итак, многие верующие говорят, можно ли это кушать или нет. Ну, я бы никогда не пошел бы и в магазине не покупал бы куличи, яйца бы не красил. Я считаю, это идольское, оно мне 300 лет не надо. Но если ты голоден, для меня вообще не вопрос. Съешь это красное яйцо и съешь этот кулич с чаем, как обычную булочку с изюмом. В этом проблемы вообще нет никакой.
Но апостол Павел здесь говорит, но лучше всего, Павел имел это знание, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего твой брат может соблазняться или изнемогать. Апостол Павел знал эти принципы, потому что уже в те времена в христианской среде в этом плане было разномыслие. То есть одни могли употреблять вино, другие не употребляли вино. Одни ели мясо, другие не ели мясо. Ну, тут можно догадаться, что евреи не ели мясо, а язычники мясо ели. Поэтому Павел говорит, также говорил им на вечерю, если вы собираетесь, один другого ждите. И также Павел говорил, чтобы тот, кто ест или не ест, не унижай один другого, не уничижай. Павел показал, что за вас Христос умер за обоих, и пища вас не отдалит от Бога, если вы съедите кусок сала свинячьего, она вас от Бога не удалит. Но если вы его не едите, вас сало, не едение сала и мяса к Богу ну никак не приблизит. Другие думают, что исполнение субботнего дня их приближает к Богу, но это не так. Суббота так же, как мясо, или так же, как вино, не отдалит от Бога, но и не приблизит она тебя к Богу. Аминь. Поэтому тот, кто субботу соблюдает, сегодня много таких верующих, да ради Бога соблюдайте. Кто не соблюдает, тот не соблюдает. Павел говорит, один отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Каждый поступает по удостоверению ума. Но верующие часто разводят споры из ничего. Из-за куска мяса, из-за глотка вина или из-за субботы. Они записывают друг друга в антихристы. Как говорят адвентисты седьмого дня, если вы собираетесь по воскресеньям, у вас клеймо зверя. Да, лично я вообще не чту воскресенья. Для меня что воскресенье, что понедельник, что суббота, что четверг. Разницы в днях нету. Что день, что ночь, все одинаково. Аминь. Но все в Иисусе Христе. Но для некоторых есть нечто особенное, и они из этого выводят целые теории, целые заповеди придумывают относительно еды, относительно дней недели, относительно всего, даже праздников. Но на самом деле в Иисусе Христе, как мы это увидели, наша Пасха – это сам Иисус Христос. Не куличи. Не иудейская Пасха, некоторые думают, вот верующие должны, а справляете ли вы Пасху или Пасху? Кстати, Пасха в одном из переводов звучит, если я сейчас не ошибаюсь, ты говоришь как козел, вот, Пасха. Вот, по-моему, с еврейского, если я не ошибаюсь, однажды мне сказали, что-то с этим связано. Ну, и получается, что вы должны ли вы отмечать эти праздники? Ну, во-первых, Иисус Христос нам нигде не оставил эту заповедь, чтобы мы отмечали праздник Пасхи, тем более это иудейский праздник. И обратите внимание, Павел также говорил, что будем праздновать этот праздник, он писал церкви, не с закваской порока и лукавства, а с опресноками чистоты и истины. Аминь. Так вот, представьте, Иисус был убит, был распят прямо в этот праздник, да? То есть он был предан в этот праздник, но он и воскрес в этот праздник. И многие люди празднуют Пасху, как обычно, по еврейским обрядам, но при этом всем игнорируют Иисуса Христа. Поэтому мне религиозные праздники не нравятся. Знаете, по какой причине? Потому что весь мир в эти религиозные праздники пьет, курит, бухает, Христос воскрес кричат и при этом водку тащат. Я ж помню, когда, можно сказать, я еще был неверующим. Я помню, как друзья и все знакомые ходили в православную церковь светить Пасхи, яйца и водку тоже, и пиво тоже. То есть все что-то тащат, и батюшка там... так сказать, святой водой, водку, значит, и они пошли, раз, трес, гэс, кто-то в больнице, кто-то обожрался, отравился, подрались, вот вам, вот им и Пасха. Поэтому я религиозные праздники вообще никак не воспринимаю, потому что, на мой взгляд, в эти религиозные праздники больше всего творится бесчинство и богохульство. Лично я считаю, когда люди бухают, там говорят, Христос воскрес. Меня это больше всего удивляет, когда я встречаю людей, которые мне говорят, Христос воскрес. Я говорю, аминь. Они говорят, надо говорить не аминь, а воистину воскрес. Или, допустим, говорят, Христос воскрес. Я им говорю, я вам уже об этом 17 лет твержу, что Христос воскрес. Вы мне новость принесли? Я говорю, если вы мне говорите, что Христос воскрес... так значит, покайтесь и веруйте в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Веруйте в Иисуса.
Если вы говорите, что Он воскрес. Аминь. Если вы мне говорите, Он воскрес, так я это знаю. Аллилуйя. Веруйте в воскресшего Иисуса Христа. Аллилуйя. Далее, апостол Павел пишет очень интересную вещь. Церковь его, кстати, в этом пыталась, видимо, обвинять. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? То есть вы мой труд. В одних из мест Писания Павел говорил, я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. То есть вы мой труд. Если там для кого-то я не апостол, он говорит, то для вас апостол, потому что печать моего апостольства – это вы в Господе, то есть в вере. Аллилуйя! Вот мое защищение против осуждающих меня. Или не имеем мы власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Кстати, уже в те времена зарождалось такое учение, что проповедникам нельзя иметь жену, что у проповедников должен быть обет безбрачия. Уже тогда эти вещи зарождались. А потом в некоторых современных церквях это уже переросло, знаете, в такой порядок, что нельзя жениться этому... Целебату католиков. Целебату католиков, да, ну... Как раньше было у воров в законе, им тоже нельзя было ни жениться, ни иметь имущество по понятиям. Так и эти внесли свои собственные понятия. Нельзя жениться. И Павел здесь говорит, разве мы не имеем на это все власти? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Обратите внимание, что Павел здесь вспоминает себя и Варнаву. Видимо, кого-то это очень сильно доставало. Он говорит, неужели только вот мы не имеем такой власти, а значит все остальные. Павел говорит, почему вы про всех остальных молчите, да? А мне типа пытаетесь с Варнавой что-то высказывать. Ну, так скажем. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? То есть это ненормально, да? Если ты сажаешь виноград, а его не ешь. Ну, он у тебя падает на землю, ты его не обрезаешь. Чего тогда сажать? Пасешь овец, представьте, пастух, пасет овец, голодный, как собака, язык уже к позвоночнику прилип, молоко пить нельзя. Ну, от овцы. Ну, Павел об этом приводит пример. Кто на саде виноград не ест плодов? Кто пасет стадо не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению, я говорю? Не это ли говорит и закон? Ибо в законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Нет, не о волах. Апостол Павел показывает, что Бог печется о служителях, которые являются волами, которые пашут ниву Божью. Представьте, если вола, которого Павел приводит в сравнение, вол, который молотит, молотить значит пахать, и волк, когда молотит, то есть это естественно, чтобы волк, когда молотит, походу ел, шел и ел траву, ну, с того поля, на котором работает. Представьте, если волк не будет есть, то волк просто от одного конца поля доедет, на другого с голоду упадет, подкосится. То есть это нормально, если волк идет и ест. Аминь. И здесь Павел говорит, конечно, он говорит, это для нас. И, конечно, для нас говорится, то есть он задает вопрос, сами рассудите, ну, конечно же. Так и для нас написано, кто пашет, то есть пашет на ниве Божьей. А представь, если на вола намордника дели, да, ты мне поле паши, но травку эту не ешь. Ты паши на меня, работай, ухаживай за мной, то есть носи там меня, там, воспитывай там, учи, обучай, ну, то есть паши в церкви, но не имеешь права взять пожертвование или какую-то копейку. Ну, об этом Павел и говорит. То есть, интересно, да, получается? Дальше он говорит. И, конечно, для нас говорится, если это для нас написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не иначе ли мы? Однако мы, Павел подчеркивает, этой властью не пользовались. Хотя он говорит, я имею право, то есть это нормально, но он говорит, я этими вещами не пользуюсь.
То есть Павел работал своими руками, мы это знаем. Ну, не всегда и не везде. То есть с одних он не брал, с других он брал, мы видим из других Евангелий. Если другие имеют у вас власть, ну не тем более ли и мы. Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, чтобы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. То есть в самом начале, когда Иисус Христос послал учеников, Он им сказал, чтобы те с собой в дорогу не брали ничего. Ни еды, ни одежды, ничего. Не берите с собой суммы никакой. Ибо трудящийся достоин пропитания. Другими словами, Бог здесь показывает, если ты будешь заботиться о моем деле, если ты будешь пахать как вол, действительно как вол, пахать на ниве Божьей, как настоящий вол, а не как там, знаете, там, тунеядец какой-то, как реально вол, если ты будешь пахать, то он говорит, чтобы вы шли и проповедовали, трудящийся достоин. И если ты действительно пашешь на ниве Божьей, то Бог обязательно будет заботиться о тебе. Это должно быть откровением для вас. Да. Если вы работаете у Бога на ниве, не обязательно, что все там проповедники в церкви и так далее. Волы – это мы все. Каждый из нас своего рода вол. Каждый из нас работает для Бога. Или в Доме Божьем, или на поле этого мира. Потому что мир – это поле, да? Не только церковь – поле, но мир – это поле, да? Вы проповедуете, говорите грешникам, вы как волы. И если вы заботитесь о Божьем деле, проповедуете Евангелие, как те посланные ученики, то когда они вернулись с благовестия, Иисус задает им первый вопрос сразу. «Имели ли вы нужду в чем-либо, когда я вас послал?» То есть послал с пустыми руками. Без одежды, без еды, без денег. Казалось бы, современный евангелист с ума сошел бы. Как это так? Куда это я? И все. Но Иисус говорит, идите, говорит, трудящийся достоин пропитания. И представьте, когда они возвращаются, он говорит, вы нужду имели? Они говорят, нет. Почему? Бог сверхъестественным образом. Потому что восполнял абсолютно все их нужды. Почему? Потому что Христос послал этих людей проповедовать. И если Христос сегодня тебя послал и помазал на проповедь, Он обязательно позаботится о тебе. У тебя не будет нужды ни в чем. Он будет покрывать все твои расходы. Невозможно, чтобы тебя Христос послал благовествовать, а у тебя сидят голодные дети, или тебе нечем будет заплатить за коммунальные услуги. Такого не может быть, по сути. Потому что Бог, Он покрывает нужды своего народа во всем, когда ты служишь делу Божьему. В любом деле, которое бы тебе Господь бы доверил, если ты служишь в нем, Он всегда будет помогать. Я так в своей жизни вижу на своем личном опыте. Всегда, когда меня Бог куда-то посылал, Бог всегда. Я возвращался, и если бы мне Христос спросил, ну что, Женя, имел ли ты нужду, твоя ли твоя семья, когда я тебя посылал? Я бы сказал, нет, Господь, аллилуйя. Ты все-все благословил, все покрыл, все мои расходы. Семья осталась сытая, за все могу заплатить, за коммунальные услуги, за квартиру. Жена одетая, обутая, дети не голодные, и я не голодный. Бог благословляет во всем своих детей. Аллилуйя. Слава Господу. Это истина? Аминь. Аминь. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я, говорит, этим не пользовался. Почему? Потому что как и в те времена, так и сегодня. Да. Времена меняются, люди нет. Потому что Павлу приходилось сидеть шить палатки. И думаете, он для чего их шил, эти палатки? Вы думаете, он хотел бизнесменом стать, прибыль? Нет, потому что ему вынужден был шить эти палатки, потому что там он не брал. Он говорит, я не пользовался ничем таковым, хоть и другие у вас имеют эту власть, а я не брал. Для чего? Чтобы не ставить благовестию никакой преграды, чтобы лишний раз сплетники и клеветники, говоря сегодняшним языком, не начали тебя клевать. А ты проповедуешь только ради денег. А ты проповедуешь только, чтобы обогатиться. А ты только деньги тебе нужны и так далее и тому подобное. То есть,
У людей складывается такое впечатление и мнение о большинстве проповедников. Конечно, это имеет место быть, потому что некоторые проповедники живут в шикарных домах, летают на шикарных самолетах, причем свои собственные самолеты. Не просто там билет люкс какой-то взял. Свой личный имеют самолеты, имеют роскошные виллы. Конечно же, во всем этом есть перегиб. Я не верю в эти перегибы, но я верю в то, что Бог каждому из своих детей дает все потребное, все нужное для жизни и благочестия, как говорится в Писании. Аминь. Я это написал, говорит, чтобы так для меня. Я написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. То есть, другими словами, жертвуют или не жертвуют? Помогают или не помогают? Павел говорит, вообще, говорит, я на это не смотрю. Проповедовать – это моя необходимость. Это поручение от Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Аминь. 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 Вот она, в чем прекрасная награда. Да. Когда твое служение Иисусу Христу и ближним является добровольным служением. И вы знаете, мне кажется, для настоящего служителя, призванного Богом, ему не имеет значения, как и Павел здесь говорит. Жертвуют, не жертвуют, помогут, не помогут. Ему все равно. Павел в одном из посланий говорил, я ищу не вашего, я ищу вас. Аминь. Не дети собирают имение, наследство для родителей, но наоборот. Аминь. Павел говорит, мне все равно. Потому что я это делаю добровольно, доброохотно. И мне кажется, настоящему призванному Богу, Богом человеку, это просто за радость выполнять волю Божью. Аминь. Помните, Павел в один город хотел ехать, идти благовествовать, а один из пророков, пророк Агав, выдал ему пророчество, что чей это пояс этого мужа будут бить, пострадает и так далее. Это относилось к Павлу. Вся церковь пыталась Павла остановить. Повисли все на Павла. Павел говорит, да я не взираю ничем и даже жизнью своей не дорожу. Я, говорит, пойду. А другой сказал бы, о да, Господь сказал в пророчестве, что побьют. Точно, не пойду, бить будут. Но Павел знал, что Дух Святой его влек туда идти и проповедовать. Но другой пророк Духом Святым сказал, что ты там не только будешь проповедовать, и на ура тебя там не будут принимать, хотя ты по воле Божией туда пойдешь. Иногда мы думаем, у верующих такое мнение, говорят, вот если бы Бог тебя послал с проповедью, то тебя бы все приняли, все бы покаялись, все бы уверовали. Да это неправда, друзья мои. Это неправда. Павел собрался идти проповедовать, ему пророк Агав говорит, слушай, тебя там бить будут. Тебя бить там будут за твою проповедь. Никто там «Аллилуйя» и «Аминь» не будет кричать на твою проповедь. Павел, слышишь, да? Так Дух Святой говорит. Никто «Аминь» не скажет, никто «Аллилуйя» не скажет. По плечу не похлопают, пожертвований тебе не соберут. И не думай, тебя бить там будут. Павел говорит, а я все равно пойду и буду там проповедовать, другими словами. Мне, говорит, все равно, а я все равно пойду. Почему? Потому что он не шел туда за «Аллилуйя», за деньги, еще за что-то. Он шел туда ради того, чтобы проповедовать. Ну и пусть его бы там побили, но может быть одна или две-три души вдруг бы и покаялась. И Павел говорит, я пойду проповедовать. То есть вы понимаете, когда человек служит добровольно, невзирая ни на что. Аминь. Прекрасно. Кто-то в скайпе сказал «Да, я услышал, аминь». Кто-то не выключил микрофон, вычислил я вас. О, выключили, вроде тише стало. За что же мне награда? За то, что благовествуя Евангелие, благовествуя Христе безмездно, то есть просто так, не пользуясь моей властью в благовествовании. Прекрасное, знаете, прекрасное отношение слуги Божьего. Конечно же, я не против, когда проповедники пользуются, берут, собирают пожертвования. Это все на своих местах, это все находится в Евангелии. Также говорится, доброохотно дающего любит Бог. Аминь. Ибо будучи, Павел, вот это мне вообще очень просто нравится.
будучи свободен от всех. То есть я не связан ничем. Вот представьте, да, вот в деноминации. Вот возьмите вот обычная деноминация или культ такой псевдохристианский. Вот там служители, они зависят от своей организации материально и финансово. То есть зависят, они рабы, они не свободны. Они будут проповедовать только то, что говорит их организация. Почему? Они у нее на содержание. Потому что им сверху платят определенную сумму. Выделяют жилье там, ну все, что надо, деньги там, все. И такой проповедник, он связанный. Ну вот представьте, если бы меня сейчас кто-то бы там, если бы я был бы в какой-то организации, мне бы кто-то сверху платил бы там, ну, хотя бы 1030. Ну так, минимум, по среднему возьмем, ну, допустим, хоть 20, да хоть 10, ну, неважно. Ну, к примеру, представь, тебе с какой-то организацией платят каждый месяц 30 тысяч рублей, тебе там отстегивают каждый месяц, там тебе на карточку ложат деньги. И как бы, да, благословение, слава Богу, да, с одной стороны, ты служишь Богу, твоя семья сытая, ты занимаешься только трудом, но это одна сторона. А вторая сторона, ты связан, потому что ты должен проповедовать только то, что тебе диктуют сверху. Да-да. И если они только лишь просекут, что ты проповедуешь не в соответствии общецерковной доктрины, то что сделают? Перекроют финансовый кислород. А вот на это уже не каждый пастор согласится. Да. Вот почему я часто вижу, когда общаюсь со многими пасторами, они не могут просто выйти со своей организации, потому что не знают, что делать, потому что воздух перекроют, финансовый кислород перекроют, все перекроют. А как? А служить Богу вне организации они не могут. Просто не могут. Все. И такие люди рабы. Но Павел говорит, я, будучи свободен от всех. То есть Павел не связывал себя этими вещами, чтобы если что, потом никто не дернул. Потому что знаете, как в миру говорится, кто платит, тот заказывает музыку. Да. Правда? Да. То есть это факт. И знаете, в христианстве тоже так сегодня. Я замечал в разных, знаете, это очень много, когда через финансовую сторону дергают пасторами, как марионетками. Я вам говорю, это невидимые нити, которыми большинство пасторов легко окутываются. Им платят и все. И потом все, пастор в зависимости, он стоит на финансовом довольстве. Все, он не может за рамки традиции выйти церковной. И вот так они как бы вроде бы Богу и служат. Ладно, пойдем к Павлу. Мне просто это нравится. Я, говорит, свободен от всех. Я сегодня тоже стою свободен от всех. Аминь. Но я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Он от них был свободен, но он себя, Павел, отдает им на служение. Служить этим людям, проповедовать им Евангелие, будучи свободным. Аминь. Для иудеев я был как иудей. Ну, наверное, у Павла вот это лучше всего получалось. Он-то сам иудей-то, ну, на корнях, в принципе. Он-то жил по иудейским законам и правилам. Он говорит, для иудеев я как иудей. Кстати, это место писания многими протестантами вообще не понимается и неправильно толкуется. До полного извращения толкуется. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. То есть я не думаю, что когда апостол Павел входил в среду иудеев, находящихся под законом, я не думаю, что апостол Павел там начинал, знаете, рубить сразу с плеча. Знаете, как обычно встречается протестант с православным. Вот о чем первый разговор будет протестанта. Вы идолам поклоняетесь, идолопоклонники, целуете иконы, руки священниками, вы от дьявола, ваша религия дьявольская, вы все от дьявола. Веруйте в Евангелие, Бог это дух. Вы думаете, православный от такого обратится и покается? Никогда! Он скажет, слышь ты, сектант, а ну-ка быстро замолчи. Вы все сектанты, наша вера 2000 лет православная, а вы недавно появились, у вас секта. Вот и все, разговор короткий. Все.
Но Павел говорит, я для тех, кто был под законом, сам был, делался таким. То есть Павел имел мудрость. Особенно мне нравится эта мудрость, когда он в книге Деяний описывается, когда он посетил некий языческий город и увидел там у них надпись неведомому Богу. Опять же, он не ворвался туда с шашкой, головы там с плеч не полетели. Знаете, он проявил уважение к этим людям. Мне сегодня массы звонят или пишут православных людей. Знаете, с некоторыми мне нравится православными больше, с некоторыми не с религиозными фанатиками. Равно как есть среди протестантов вменяемые, но есть очень страшные фанатики. Так вот, с некоторыми православными мне больше нравится общаться, чем с протестантами. Есть такие люди, которые мне звонят, мне просто нравится с ними общаться. Да, они верят в иконы, во все. Но они рассудительные, знаешь, они мудрые. Я-то понимаю, что они меня как бы в интернете нашли, они меня к православию хотят приобщить. Но я вижу, что они мудрые, они не бросаются на меня. То есть мы общаемся нормально, замечательно. Не все, конечно, такие, но есть люди, с которыми мне нравится общаться. И здесь Павел проявил, когда пришел в этот один из городов, и он проявил уважение к людям. Он говорит, я вижу, что вы люди очень набожные. Ну, то есть, я вижу действительно, что вы верующие. То есть, я не думаю, что Павел там ехидничал и лицемерил, знаете, там. Вы такие набожные, вижу я, что вы люди особо набожные-то, да. Как некоторые христиане вот так, да, видим мы, ага. Нет. Я просто больше чем уверен, что Павел со всей уважительностью к людям, потому что Павел знал, что эти люди, хоть они и поклоняются неизвестно кому, но эти люди созданы по образу и по подобию Бога. И возможно, кто-то из них в сердце своем Божье чадо. И Павел уважает этих людей и говорит, я вижу, вы набожны, вы поклоняетесь неведомому Богу. Павел говорит, а я его знаю. Я, говорит, его проповедую. Хотите, я вам о нем расскажу? Ну давай рассказывай, раз Павел рассказал. То есть, понимаете, это мудрость Божья. И здесь точно так же Павел обходился с иудеями. То есть, чтобы приобрести иудея, Павлу нужно было разговаривать с иудеем на его языке, на языке закона. Потому что иудея по-другому ко Христу ты не привлечешь. Чтобы иудея привлечь ко Христу, нужно очень хорошо разбираться в законе. Чтобы по всем примерам и прообразам закона, так сказать, вывести из иудея, из законничества, и привести, и поставить иудея лицом к Иисусу Христу. И Павел это делал. И, думаю, у него успешно это получалось. Но тут нужна мудрость и любовь. Он настолько любил еврейский народ, что он говорит, я даже готов умереть ради моих сродников, то есть евреев по плоти. Я, говорит, то есть Павел настолько любил эту нацию, народ, да, вот этот отступнический народ, потому что до сегодняшнего дня этот народ отступнический, то есть вне Христа. Ну, даже не отступнически, потому что он не приступал ко Христу как таковое, поэтому он не отступник. Он не пришедший, так еще скажем, ко Христу этот народ. Он не приступал к нему, в принципе, они его отвергли. Но Павел их настолько любил, он говорит, если было возможно, вот лучше пусть я умру, в ад лучше пойду, зная, что из-за того, что я умру, все они будут жить. Это был дух Иисуса Христа. Ведь так Христос поступил. Иисус, ведь он говорит, я добровольно отдаю свою жизнь. И ведь Иисус показал этот пример. Он, чтобы всех приобрести, сделался таким же, как мы, плотью и кровью. Он не пришел как дух. Он не пришел во всем величии и славе. Сказано у Исаии, он пришел как сухой росток из земли. Не было в нем ни вида, и ни величия, и ни красоты. Для того, чтобы приобрести нас, людей, Бог становится одним из нас, человеком. И Павел использовал этот принцип в своей жизни и в своем служении. Другими словами, для того, чтобы привести иудея, он становился с ним под закон и разговаривал с ним на языке закона. И через закон обращал его ко Христу. Не написано ли, Павел говорит, что... говорит, что мы, что закон был, напомните, я всегда это цитирую, а сейчас вот вылетело с головы. Закон был детоводителем ко Христу. Кого? Евреев.
евреев он вел ко Христу. Кто? Закон. Аминь. И здесь Павел то же самое делает для приобретения. Чему можем мы научиться? Конечно же, среди нас тут нет иудеев. Нету. Мы тут иудеев не приобретаем. Ну, нету у нас их тут. Ну, нету. Но мы можем взять это же на вооружение, если ты хочешь приобрести кого-то из православия для Христа. То есть, разговаривай с ним на его языке. Приобрети его для Христа. А все это приходит с опытом, вся мудрость, как общаться с людьми. Знаете, когда я только уверовал, ох, какой горячий был, рубил налево и направо, всем доказывал, кто где прав, кто где не прав. А прошло практически 16 лет, и я увидел, знаете, как много в чем я сам был не прав. А ведь думал, что я во всем прав. Но когда подрос духовно, мне Святой Дух показал, Жень, так ты же сам вот тут и тут не прав, и тут не прав. Ой-ой-ой, а я-то думал, что я прав. Оказалось, в некоторых вещах не прав. Для чуждых закона, для язычников, так скажем, которые чужды, не знают ничего о законе, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона, то есть иноверцев, для Христа приобрести. Павел свободно входил в различные страны, народности с ихними обычаями, порядками. И я вас уверяю, он уважал обычаи и порядки этих людей. Понимаете? То есть это мудрость от Господа. Сам-то Павел обычаи народов не проповедовал и не насаждал. Но если он входил, соответственно, он уважал. Аминь. Для немощных был как немощный. Замечательно, да? Для немощного был как немощный. Об этом учил Иисус. Или Павел. Ну, неважно. Иисус в Павле. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Так вот, в чем непонимание, я видел некоторых протестантов, они говорят, ну вот, чтобы приобрести людей этого мира, брат Женя, вот Павел сказал, для всех я сделался всем. И вот они говорят, вот чтобы мы мир приобрести, мы сами в церкви как мир поступаем. Мы мирскую музыку включаем, мирские танцы устраиваем в церкви. Ну и всевозможные шоу, вечеринки там, у некоторых бокс есть там, ринг там. Я видел там в одной церкви, там протестантской, там пастор устроил там боксерские бои там. Не знаю, братья, может, выходили. Ну, есть же верующие спортсмены, бывшие, драться там умеют. Ринг там устроили, бокс, там все, что хочешь. Это не говорят. Павел же сказал, для всех мы сделались всем. И мы, говорит, чтобы приобрести. Вот для мира они говорят, мы сделались мирской церковью, чтобы приобрести хоть кого-то. Но это абсолютно неправильный подход. Я таким людям сразу говорю, слушай, а если тебя завтра Святой Дух пошлет к гомосексуалистам, как приобретать будем? И вот на этом у людей спесь вот это вся кончается. Я говорю, сестры, а если завтра лесбиянки, как приобретать будем? Тоже для всех, всем сделаемся. Алкоголика, чтобы приобрести. Тоже купим бутылку водки и пойдем проповедовать. Ну, за рюмочкой это хорошо, наверное, можно напроповедовать, да? То есть, ну не об этом говорил апостол Павел. Не об этом. Он не говорил о том, что он делался соучастником чужих грехов или становился как... Там те же воры, разбойники. Нет, он просто спокойно входил в ихнюю среду и на ихнем уровне мог разговаривать с ними, приобретая их для Христа. Знаете, часто замечая, как некоторые верующие ведут себя с грешниками этого мира. Мне приходилось работать в различных мирских коллективах, в которых работали тоже верующие. Вот пришел я на работу, смотришь, там баптист работает, там пятидесятник, там харизмат, там еще кто-то. Но вот некоторые такие попадались, с ним буду говорить конфессию, неважно. Дело не в конфессиях, а в отношениях людей.
И вот некоторые есть до того доходят, кто говорит, я с грешниками даже есть за один стол не сяду. Ну, знаете, обед, все сели грешники там и едят все вместе. А христианин взял свой тормозок, сел в уголок, чтобы никто не уволок. И сидит, достал и сидит там сам, ест и Библию откроет. Точно. И демонстративно сидит, читает Библию. Вы думаете, он там что-то получает? Потому что пока там грешники, у них хихи-ха-ха, там кого-то обсуждают про женщин, про пиво, про машины разговаривают, про политику. А этот же верующий ухо-то свое сидит, греет. Вы что думаете, он там читает? Это показуха. Точно. Ну невозможно в такой атмосфере реально нормально читать Библию. Вот сядет в угол, откроет Библию, как фарисей с постным лицом, ест свой обед, я с грешниками не сообщаюсь. Интересно, кого он ко Христу может привести? А потом, меня на работе притесняют, надо мной на работе смеются. Да ты знаешь, я, будучи верующим, тоже бы над тобой смеялся. Ты что творишь, друг? Ты что делаешь? Ты как? Так фарисеи такие были, они же себя обособленными считали, они вот так отделялись от всех. А что этот народ? Невежда он, проклят он, грешники они все. В аду им гореть. Я святой, в Иисуса верю. Сел в уголок и сидит. Будто бы Библию читает с умным видом. Да ничего он там не читает, 100%. Все. И многие такие, знаете, делают из себя там... Но Иисус таким не был. Об Иисусе вообще говорится, он был другом, мытарем и грешником. Удивительно! Иисус пришел в Кану Галилейскую, из воды создал вино напоследок, на третий день свадьбы. Некоторые выдумали. Иисус сотворил безалкогольное вино. Круто вы придумывали. И что-то там выдумать, безалкогольное сотворил. Да не было оно безалкогольное. Нормально было алкогольное вино, как и во все библейские времена. На свадьбе. Ну кто будет на свадьбе безалкогольное вино пить? Они ведь сказали Иисусу, что это вино лучшее. Да оно им больше всего понравилось. На третий день свадьбы. Наверное... Кто-то говорит, нет, они так не пили, как у нас. Это была интеллигентная свадьба. И я говорю, да что вы мне рассказываете, интеллигентная свадьба. Да где вы видели интеллигентную свадьбу? Где вы видели интеллигентную свадьбу? Была обычная, нормальная, народная свадьба. Еврейская, с плясками, гулянием и распитием вина. Ну не бывает, на похоронах люди и то, когда на поминках сидят, и то... О чем-то радостном после похорон говорят. А вы думаете, свадьбу превратить в постные лица? Я видел свадьбы верующих. Господи помилуй, не хочу эту тему сейчас вообще касаться. Но у некоторых реально похороны, поминки. Как будто не свадьба, а знаете, там в кабалу, в рабство сдали сестру Марусю или в рабы Петю сдали. Все с постными лицами. Ну, потому что религия задавила, один другого боится. Я не говорю, конечно, о всевозможных там... крайностях, об употреблении благодати в повод к распутству. Но часто верующие ведут себя с неверующими не так, как вел себя Христос. Христос был другом, мытарем, грешником. Он вполне нормально. И сказано, простые люди охотно его слушали. К нему тянулись эти люди. Почему? Они видели в нем простоту. Вчера мне позвонил один верующий. Ну, я его назову верующим. Но он в падении. Пьяный. Сигаретой. Знаете, конечно, мне, когда, если бы это просто позвонил грешник со мной поговорить, никак. А знаете, когда человек говорит, я христианин, и бухой в скайпе звонит мне, бухой в доску, курит, брат, я тоже брат, аминь, я твои проповеди слушаю, у меня было такое же переживание. Знаете, я смотрю, честно говоря, мне немного не по себе. То есть, для меня, я понимаю, что мое отношение такое неправильное. Потому что для меня несовместимо. Человек говорит, я христианин, но он сидит, сигарету курит и пьяный в скайпе звонит мне. Для меня это несовместимо. Был бы это грешник, то я нормально вообще как бы. А вот когда верующий, чуть-чуть другое отношение. Но я понимаю, ведь человек не просто так позвонил. Кстати, помолимся сегодня за него. Он очень просил за него молиться. Понимаете, то есть... Но у людей вот такое отношение, как бы, они почему-то себя отделяют в буквальном смысле от этого мира. Это неправильно. Христианин должен общаться с грешниками, не грешить с ними,
но общаться с ними, быть, как Иисус, другом и показывать хороший христианский пример в своей дружбе. Аминь. Для чего? Для того, чтобы приобретать людей к Иисусу Христу. Вспоминаю, как приобретали меня некоторые верующие. Замечательно. Если бы они меня приобретали по методу фарисея и саддукея, то сделали бы, наверное, из меня сына гиены, худше вдвое себя. А ведь обратите внимание, какими евангелистами были фарисеи. Иисус говорит, вы обходите море и сушу. По Галилейскому морю ходили вокруг везде. То есть они, евангелисты, были еще те. Обращали людей в закон. Но говорит, когда вы найдете кого-то, вы его так, другими словами, обратите, что просто худше, чем вы сами из него сделаете. И это на самом деле, друзья мои, страшно. Но, к сожалению, многие христиане сегодня обходят города, квартиры, море, сушу, так сказать, все. Но так кого-то обратят, что хуже некуда. Самое худшее из всех проповедей – это та проповедь, которая начинается с преподнесения людям религиозных традиций. Знаете, я часто видел. Евангелизирует сестра, значит, мирскую девушку, к примеру. Она там в короткой юбке, накрашенная, там разрез, декольте, там, ну как там, знаете, там обычно там. Или курит там стоит. И чуть ли не как Иоанн Креститель ей. Покайтесь, порождение ехи, покайся, порождение ехидное. Ты в духе блуда, это блудный дух у тебя. И стоит эта бедная душа, ой, ты что, уйди от меня, сектантка, ты что, пристала ко мне? То есть проповедь начинают не с Христа, не с Голгофского креста, а начинают, да ты проститутка, блудный дух на тебе. Юбку нельзя короткую носить, Бог повелел. Ты знаешь, или в брюках она стоит, и ей начинают сразу проповедовать. Не Христа. Увидели брюки, и вот для некоторых брюки это как шубык на красную тряпку. Вот увидели, они разгоняются в эти... Сними брюки и померзость перед Богом написано во второзаконии, женщина, одевающая мужскую одежду. И стоит эта бедная грешница, уже не знает, куда себя деть. Накрасилась, волосы постригала, телевизор смотрела, куришь, сигареты куришь, пьешь, в ресторан пошла. Нечестная, бесчестная. И все, и таким образом никто... А если вдруг и обратиться, то все Евангелие для них в этом и складывается. Снять брюки, выкинуть сигарету, не смотреть телевизор и так далее и тому подобное. Но Евангелие начинается с Голгофского креста. Хотя, конечно, со временем, если человек распялся со Христом, то, конечно же, он все снимет. Короткую юбку снимет и оденет приличную одежду. И выкинет сигарету, потому что закон Духа жизни во Христе освободит. Но большинство из верующих начинают не с того проповедовать Евангелие. Пытаются с грешника требовать, как со святого. А грешник не может соблюдать заповеди. Ему нужен новый дух. Ему нужно новое сердце. Ему нужно новое рождение. Людей нужно привести к новому рождению. А когда они родятся заново, тогда их не надо будет учить о святости и благочестии. Потому что их Дух Святой научит, что такое благочестивая жизнь во Христе Иисусе. Их будет учить Господь. Аминь. Павел говорит, я это все делаю, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, ристалище это стадион, если вы не знали. Там бегут все, но всего лишь один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Прекрасно. То есть мы должны наподобие спортсмена бежать к вышнему званию во Христе. Аллилуйя. Поэтому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но смиряю или усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот это замечательный пример. Чтобы мы научились хранить себя во Христе, уподобляясь Христу, беря пример также с апостола Павла, подражая Павлу, как Павел подражал Христу. То есть не Павлу самому, некоторые путают,
Но Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть, смотрите, как я подражаю Христу, и вы подражайте. Не мне, то есть, а Христу. Точно так же, как я Ему подражаю. Понимаете? Но беда во многих христианских кругах, что они начинают подражать своему пастору, служителю или Павлу. Ну, Павла мы по плоти не видели, мы ж не знаем его интонацию, манеру речи. Может, там Павел чересчур эмоционально проповедовал. А может быть, стоял, знаете, там просто полушепотом проповедовал. Мы ж не знаем его человеческую личность. Но нам говорится, чтобы все мы учились подражать Христу. Ну, так и я в том числе вместе с вами. Я же его ученик, и вы его ученики. Встаньте, друзья, на ноги. Пусть Господь Бог благословит вас. На этом я закончу. В дальнейшем мы продолжим. Я надеюсь, что мы извлекли для себя кое-какие небольшие уроки. Полезное. То, чего я не договорил. Святой Дух, который есть у вас, Он вас научит. Относительно идоложертвенного приобретения грешников. Как вести себя в церкви, как вести себя во внешнем мире. То есть, будьте просты, как голуби, сказал Иисус, со всеми людьми, но мудры, как змеи. Это образно, не так, как тот змей в книге Бытие. Не такой мудрости будьте. Тот у Евы веру разрушил. Не об этой мудрости. Это аллегория. Будьте мудры. Пусть Бог благословит вас. Слава Иисусу. Аллилуйя. О, благодать, спасен тобой я из пучины бед. Старый такой, древний, замечательный псалом. Давайте поднимем наши руки. Аллилуйя. Спасен тобой я из пучины бед. Был мёртв, благодарим Тебя за жизнь вечную, дарованную нам. Он стал живой, был слеп и вижу свет. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за оживление Духом Святым и Твое присутствие. Спасибо Тебе, наш Царь, мы поднимаем к Тебе руки. Аллилуйя. И верь.